просто в Инстаграме сторис я рассказывала, что София у нас на утреннике будет ежиком. Мы поехали в Глобус, в общем, не нашли, расстроились. Представляете, на что мне отвечают из Батика? Марка Батик присылает нам в подарок вот такую вот шапочку ежика. Я просто безмерно благодарна, Батик, огромное вам спасибо. Такая вот шапочка ежика. Блин, правда, вот от души просто вам огромное спасибо. Вы нас спасли. Нам сказали сделать вот такие вот штучки, знаете, как у группы поддержки. И я взяла дождик, наклеила его на карандаш, а карандаш потом покрасила обычным штрихом, ну, такой замазкой канцелярской. Вот две штучки сделала. Нужны были белые. Искала такие вот белый дождик. Его по всему городу нет. Мне кажется, все садики заказали у мам сделать вот такое вот. Вот еще. Волк, лиса, ежик. И купила 4 новые свечи. Вот это вот вчера жгли. И хотелось есть просто весь вечер. Я просто поняла, что такие вот куки, запахи нельзя вечером включать, зажигать, потому что очень хочется есть. Ну вот, вот это вот, по-моему, тоже, это соленая карамель, тоже такая аппетитная, а вот эти две не такие аппетитные, так что вот эти у нас будут такие дневные и утренние, а вот, такие, вот эти вот у нас будут такие вечерние. Все, Сонечка у нас, как мой папа скажет, на работе. Я тут бегаю, убираюсь, у нас вот так вот София сейчас нарядила елку, пересадила. У меня просто так много новостей, я так много всего сделала. Из-за того, что у нас здесь стоит теперь елка, у нас Анатолий переехал сюда. Вот он стоит. И я пересадила все 3 авокадо в один большой горшок. Тоже вчера ездила в обе, вчера прям вечером пересадила. Так что у нас тут прям 3 штуки, смотрите. У нас тут прям кот в цветах. Черный, посмотри на нас. Ой, как красиво. Мяу, ну ладно, прыгай. Там вот сейчас шарфики надо будет убрать, как-то поаккуратнее все это. У меня в основном вот такая вот зимняя одежда, Сонину куртку тоже осеннюю нужно убрать. Оно у меня вот тут вот все лежит, так что надо сейчас красивенько все сделать. А это котиковое место, где его никто не трогает. Он знает, что никто не трогает. Еще забыла сегодня синичку покормить. Смотрите, там сидят голуби, и они дожидаются, пока я их... Вернее, я кормлю синичек, но голуби все время... тоже прилетают. В общем, это какой-то кошмар. Их на самом деле очень много. Вон они там все. И когда я сейчас открою окно и начну, ну, просто положу сюда синичком, в общем, все эти туши тоже захотят есть. Поэтому мой 25-килограммовый мешочек с семечками уже почти пуст. Так что буду ездить теперь куда-нибудь на базы и покупать дешевле, потому что я купила вообще там чуть ли не по 50 рублей за килограмм. Вот, нужно будет подешевле где-нибудь найти. Смотрите, я вчера еще забрала посылочку. Мне девушка моя подписчица нарисовала. Это хендмейд, ручная работа. Огромное спасибо. Мне, видите, такой сегодня влог получается благодарный. Все вручную, это прям нарисовано. Ой, ну просто не могу, котик. А я сейчас какую-нибудь зажгу красивую свечу и буду вот это вот все убирать. Помыла свои кисточки. В общем, у меня прям такой сегодня день уборки. И сегодня я поеду еще в Глобус. Нужно кое-что купить. Вот, так что помыла свои любимые кисточки. Стеллари вообще мои любимые. И для тона, и для контуринга. Вот это вот тоже моя обожаемая. Вообще не знаю, продается она до сих пор или нет. Это Real Techniques. 100 лет назад покупала. Вот эти вот тоже знаю, что уже не продаются. Real Techniques, у меня их 2. Офигенные просто. Для хайлайтера я их использую. Короче, Сигма, вот это вот новенькая, в общем, тут... Вот это вот вообще просто самые-самые-самые мои любимые. Бдалиум Тулс тоже, их вот две здесь одинаковые. Зараза, колятся только очень на веках, но так хорошо растушевывают. Короче, вот это вот просто мои самые любимые, мне кажется. Я тут потихонечку уже наряжаю, вот только посмотрите, как красиво. Не могу. Я все, я не буду ничего здесь делать, вообще, мне нравится все так. Я вообще в восторге. Просто, короче, минимализм. И я, представляете, сейчас открываю, мне приехал подарок от магазина Full Fresh. И, как я поняла, непосредственно от фирмы Пропорция, потому что здесь все, все от Пропорции. И я просто в шоке. Так, это гид Full Fresh журнал выпускает свой. Здесь очень много интересного всего написано. И, как правило, здесь классные рецепты, которые я... оставляю. И тут, смотрите, просто гигантская. Она огромная. Молочный шоколад с гранолой.
Белый шоколад с клубникой. Ну, конечно, это все моим домочадцам. Молочный шоколад с дробленым фундуком. Еще шоколад. Темный шоколад с апельсинами в карамели. Молочный шоколад 33%. Это все натуральное у них. Арахис с пряностями. Я уже один такой съела. Безумно вкусно. Офигеть, сколько тут всего. Гранола, банан, шоколад. У меня гранолу Саша ест, обожает. Гранола, вишня и шоколад. Тоже, видите, без консервантов, красителей. Офигеть, можно честно. У меня просто других слов нет, как тут много всего. Много орехов без сахара. Гранола ореховая. Гранола, воздушный рис с дыней и клюквой. Смотрите, прям там воздушная. А, гранола детская. Огромная. Вкусная, супер хрустящая, без ароматизаторов. Но они вот реально очень вкусные. Я Сашке не один раз брала на Four Fresh. Представляете, такой подарок сделали. С ума сойти. Гранола ягодная тоже я Саше покупала. Много ягод без сахара. Вот смотрите, какая должна быть гранола. Без сахара и с огромным количеством ягод. Так что даже если, ну, просто в обычных магазинах покупаете, смотрите, чтобы гранола и все такие завтраки, если вы покупаете хлопья или что-то типа того, были без сахара. И то, что обожает моя семья очень, попкорн клубничный, это Sony. Все, что связано с, ну вот, карамельной, это Sony, потому что Саша у меня ест только соленый, ну или с чем-нибудь таким. Вот соленый это отдельно Саши. Еще один карамельный, это я родителям дам попробовать. Смотрите, барбекю. Обалдеть. Никогда не пробовала барбекю. Это Саша. Соленый. Еще соленый. Ну, я соленый тоже ем. Так что это Саша и мне. Сладко-соленый. Это мы всей семьей попробуем. Здесь тоже сладко-соленый. Клубничный. Еще один клубничный. С ума сойти. Огромное количество попкорна. И попкорн карамельный. Пропорции огромное спасибо. И Four Fresh огромное спасибо. Обожаю их магазин. Покупаю сама там. И, видите, иногда они меня балуют всякими классными подарочками. Так что побегу все это раскладывать по местам. На этом новогодние сюрпризы у нас не закончились. Я тут недавно сделала заказ. Вообще-то у меня закончился стиральный порошок. И я вообще 100 лет что-то в Берлике не заказывала. Но так как у меня закончился стиральный порошок, я решила сделать заказ и заказать... Не только стиральный порошок. Котик мне будет помогать видео снимать. Малыш, зубастик мой. Вот, я очень люблю у них вот такой вот этот стиральный порошок. Его и хватает надолго. И он просто классно пахнет. Так, прям обожаю. Я немножечко запахалась. Я сейчас туда-сюда ходила. Мне тут еще несколько посылочек пришло. Так что я их сейчас забирала. Вот. И я прям заказала, чтобы, ну, знаете, чтобы часто не делать заказы. Я взяла сразу, вот видите, прям буду вот так выставлять. Мои самые любимые вот такие вот оранжевые. Здесь новый каталог дали, чек. И подарочки заказала тоже, так как это такой новогодний каталог. Вот прошлый был, я заказываю все, я зарегистрирована как консультант. Там очень много скидок, вот, именно как консультант. Поэтому я вам оставлю ссылочку мою консультантскую. Просто если вы хотите тоже скидки получать на Фаберлике, если вдруг вы там заказываете, вы можете тоже зарегистрироваться. И, ну, там просто очень много скидок. Я взяла вот такие носочки в подарок. Вот, вообще я считаю, что носки это прям супер такой новогодний подарок. Поэтому можно всегда везде. Тут мне дали купончики тут зимние. Это тоже я взяла крем-концентрат для рук. Это тоже я просто знаю, что у меня и бабушкам всем надо, и папа у меня пользуется. В общем, у нас просто все пользуются в большом количестве кремами для рук. Поэтому всегда беру. Смотрите, какая прелесть. Здесь есть такие носочки. Повесить такой шарик. Можно в этот шарик можно положить все, что угодно. Не буду открывать, так как это подарок. Если вдруг на сайте еще остались, прям берите, не раздумывая, потому что на подарки всегда и везде, потому что скоро и старый Новый год. Ну, короче. То у нас, например, некоторые друзья приезжают только после Нового года, так что еще есть время заказать. Заказала несколько... Это вот For Man, это я папульчике моему заказываю, он прям, ему очень нравится. Вот этот Intense я ему всегда беру, это прям вот его аромат, прям, не знаю, я когда его нюхаю, прям, у меня, знаете, прям папа. Прям так приятно становится. Вот, я ему взяла попробовать вот такой вот Викинг, и здесь есть еще Валькирия, то есть это вот как раз тоже, вот им как раз на двоих такой подарочек. Вот, и тоже
в подарок вот такой вот платинум. Эти духи просто очень-очень понравились. И мне намекнули, что я еще разочек когда-нибудь их заказала. И, ну, естественно, намек был понят, правильно интерпретирован в Новый год. Поэтому заказала прям с огромным удовольствием, подарю. Вот. И смотрите, еще подарочный набор для ухода за кожей рук. Это я бабушке нашей заказала, потому что она тоже ручки мажет, всегда с собой ухаживает. Ей тоже иногда заказываю какие-то, ну, тоже ароматы с Фаберлика. Очень классно. Я ей вечно дарю на дни рождения, на Новые года. Всегда какие-то штуки для мытья посуды, например, тоже в Фаберлике очень классные. И она прям оценила однажды. Вот, и смотрите, это халатик из рельефного трикотажа. Этот халатик я вообще-то заказала себе. Я не знаю, насколько здесь вообще видно, но он очень классный. У меня еще, видите, такая, это из H&M, я заказала себе домашняя такая штучка. Из очень-очень легкого трикотажа, вот так вот накинуть. У меня вообще самый, по-моему, маленький размер, я брала среднего такого, средней длины. Видите, у меня сколько посылочек еще и хер. Вот он никак не застегивается, то есть вот этот маленький, он прям на размер 38-40, я бы сказала. То есть он прям маленький, текстура еще. Ну, ткань очень приятная, конечно, здорово, прям нравится. Здорово, я довольна заказом очень. Котик, а ты доволен заказом? Котик тоже доволен. Котик доволен, когда хозяйка довольна. Да, малыш? Да, мой хороший. Желаем вам хороших праздников. Котик, всех вас целуем, обнимаем. Пока-пока. И замурчали.